Всем привет! С вами программа «Скажем, покажем» и я, ведущая Ксения Перумова. Наступила пятница, впереди выходные, а это значит, что самое время узнать, что интересного и полезного мы нашли для вас. Как говорил товарищ Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. И правда, мы учимся всю жизнь. Сначала пишем реферат в школе, затем готовим диплом в университете, а после учимся строить свою карьеру. И в каждом из этих случаев нам может потребоваться хороший помощник. Об этом смотрите далее. Оперативная студия печати «Профпринт» – это именно тот партнер, который вам нужен. Здесь вы можете распечатать любой документ, оформить в обложку курсовую или дипломную работу, а также изготовить визитки, листовки, буклеты или любую другую сувенирную продукцию. И, кстати, с индивидуальным дизайном. Сказать, школьные и студенческие годы – это не только время, проведенное в компании лекций и конспектов. Это время новых открытий, достижений, искренней дружбы и первой любви. Поэтому согласитесь, так приятно спустя годы достать с полки школьный альбом и вспомнить свои лучшие юные годы. А изготовить такие альбомы можно здесь же, в «Профпринт». Кстати, здесь действует акция. При заказе группы альбомов один отдельный альбом учителю или воспитателю в подарок. Когда я была студентом, очень трудно было найти фирму, где можно все изготовить в одном месте. В «Профпринт» можно изготовить, оформить или украсить. С любым узором, с любым дизайном, все в одном месте. Заказ можно забрать в этот же день, это очень удобно. Также добавлю, что в «Профпринт» можно приобрести уже готовые открытки и приглашения, а также купить школьную канцелярию. Например, я себе приобрела вот такую забавную тетрадку. Приходите на Комсомольскую, 21, в отдел «Профпринт» в торговом доме «Альма». Телефон для связи вы видите на ваших экранах. Школьный ажиотаж уже в самом разгаре. И в каждой семье, где есть дети школьного возраста, возникают вопросы. Где купить одежду для учебы, обувь, сумку или портфель? И желательно все в одном месте, чтобы сэкономить драгоценное время. Об этом и не только, смотрите далее. И сегодня мы отправляемся на Калинина 5А в магазин «Олимп Kids». Посмотрим, что нам готовит школьный базар. Здесь представлена как обувь классической модели на мальчиков и на девочек, так и спортивные модели. Что касается школьной одежды, то здесь нас встречает не только большой ассортимент, но и приятные цены. Это рубашки, юбки, брюки, блузки разных расцветок, всего от 360 рублей. Физкультура помогает укрепить здоровье, поэтому без спортивной одежды никуда. В детском магазине «Олимп» предоставлены более 50 моделей спортивных костюмов, как на мальчиков, так и на девочек. Для спорта вам также понадобится и футболка, а они здесь всего от 120 рублей. Не забыли мы и про нижнее белье, колготки, носки, трусики и маечки. Кстати, всего от 55 рублей. Кстати, в магазине «Олимп» сейчас действует акция на школьные балетки. Вся обувь по 399 рублей. Ну что ж, ассортимент нас порадовал, цены приятно удивили, осталось только сказать адрес. Приходите в детский магазин «Олимп» на Калинина 5А. Без чего у каждой из нас не обходится ни один день. Конечно же, без сумки. Сумка всегда с тобой. И неважно, идешь ты в школу, отправляешься в путешествие или собираешься на прогулку. А где в Кызыле можно найти большой выбор сумок на любой случай, смотрите в следующем сюжете. Мы находимся возле торгового дома «Континент» по Лапсанчапа 35. Именно здесь, на втором этаже, в отделе номер 29, предоставлен большой выбор сумок и чемоданов. Сейчас мы зайдем и сами все посмотрим. Здесь огромный выбор сумок. Есть женские, мужские модели, есть чемоданы для путешествий, даже есть школьные рюкзаки. Например, вот такой вот рюкзак по вполне приемлемой цене и с таким вот множеством карманов будет вполне оптимальным вариантом.
путешествие? Тогда вам нужен чемодан. В магазине предоставлены разные модели. Есть текстильные чемоданы, кожаные, есть также модели из АБС-пластика. Они отличаются особой прочностью, морозоустойчивостью, имеют алюминиевую вставку, а также дополнительные ручки. В поездке это незаменимый помощник. Каждый случай своя сумка. На работу можно взять вот такой вот строгий вариант, а на свидание вот такой романтичный. На любой вкус, на любой цвет и на любой бюджет. Приходите в торговый дом «Континент» на второй этаж. И помните, что каждому клиенту здесь индивидуальный подход. Любой родитель хочет лучшего для своего ребенка. И многие взрослые считают, что детям обязательно нужно изучать иностранный язык. Это принесет огромную пользу. Не буду спорить. Действительно, изучение второго языка может пригодиться в карьере, в путешествиях или просто в разговорной речи. О том, где и как лучше начать обучение для своего ребенка, смотрите далее. Мы находимся в торговом доме «Они» на третьем этаже, возле отдела номер 13. Именно здесь находится школа английского языка «I Love English», где наиболее эффективно сочетаются качество обучения, современные технологии и приемлемые цены. Что делает изучение английского языка наиболее эффективным? Поэтому посмотрим наглядно, как здесь проходят занятия. В этой школе ваш ребенок сможет не только изучать современный английский язык, но и учиться правильно строить предложения, делать переводы текста и вести живое общение в группе. Основная программа обучения включает в себя отработку произношения, чтение, устную речь и грамматику. К нам на занятия приходят как дети от 6 лет, так и взрослые. Занятия проводятся у нас как в группах до 4 человек, так и индивидуально. Вы получите 60 минут интенсивного погружения в мир английского языка каждый день, от 2 до 3 дней в неделю. Английский язык не только можно, но и нужно изучать, потому что с 2020 года английский язык станет обязательным экзаменом при сдаче ЕГЭ. Поэтому приходите и записывайтесь в школу английского языка на Красноармейскую 233. Welcome to I Love English! На этом все. Если у вас остались вопросы, предложения или пожелания, звоните нам по телефону 233-23. И не забывайте про наши страницы ВКонтакте и Инстаграм. Посмотреть все выпуски программы легко на канале YouTube. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.